15 лет назад, в разгар чумы, едва не погубившей Дану, наемный убийца напал на дворец, где я родилась, и убил маму. В борьбе за власть те, кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. И преуспели бы в этом, но мой отец, Корво Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Ваше Величество. Мне уже не нравится эта церемония. Ваш перстень. Все, вы готовы. Спасибо, Алекси. Открывай двери. Ее Императорское Величество Эмили Колдуин. Мои верные подданные. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память моей матери, Джессамины Колдуин. Доживет ее имя сквозь века. Эмили. У тебя усталый вид, отец. Каждый год надеюсь, что в следующий день памяти Джессамины будет полегче, но нет. Вот бы мама была на троне. Я скверная императрица. Ты учишься. Не думай о провокаторах. И мы поймаем королевского убийцу, рано или поздно. Люди говорят, это ты, что эти убийства – отчаянная попытка защитить меня. Нет, кто-то убирает твоих врагов, чтобы свалить вину на нас. Вот бы сбежать от всего этого. Ты же не сидишь взаперти? Думаешь, я не знаю о твоих прогулках по крышам? Держись, скоро все закончится. Защитник короны и отец. Давно уже пора было запретить совмещать эти титулы. Ваше Величество, прежде чем начнется церемония, у нас неожиданный гость. Герцог Серконоса. Рамзи говорит, у герцога особый подарок. Любопытно. Его светлость Лука Абеля, герцог Серконоса. Механические солдаты? Как странно. В чем дело, Рамзи? Я таких не допускал. Ваше Императорское Величество, и вы, защитник короны Корватана, уроженец нашей Родины, Серконос приносит вам соболезнования и дары, что напомнят вам о нашей земле, восходящей звезде южных небес. Мы благодарим вас, герцог. Не спешите, Ваше Величество. Вас ждет величайший дар. Семья. Знакомьтесь, это пропавшая сестра Джессамины, законная императрица Далила Колдуин. Не может быть. У моей мамы была сестра. Моя дражайшая племянница. Это ложь. Мой отец, император Эйхорн Якоб Колдуин. А Джессамина... Моя младшая сестра. Когда она умерла, я была не готова заявить о себе, и мне пришлось покинуть Данул. Теперь я вернулась. Если вы и правда сестра моей матери, гостите здесь сколько пожелаете. Бедный мой воробушек. Я пришла освободить тебя от гнета короны. Отец обещал мне трон много лет назад. И вот... Я здесь. Повежливей. Эмили Колдуин, дочь императрицы Джессамины Колдуин. Защитник короны. Пора тебе ответить за все убийства. Жизнь в моем дворце защищала тебя до сей поры. Услышьте все, ваша законная императрица вернулась. Слава императрице Далиле!
Далиле Первой! Арестуйте Эмили Колдуин и ее отца за преступление королевского убийцы! Что? Возможно, однажды я даже заменю тебе мать. А до той поры я пригляжу за тобой. Я запру леди Эмили в ее покое. Затем отправлю тебя в Колдриджа сюда. Мой отец спустил все, когда я был мальчишкой. Поэтому я ношу эту форму и отправляю сопляков на патрули, вместо того, чтобы пить в стрелковом клубе. Капитан, я слышала крики! Леди Эмили, в чем дело? Вольно, капитан Мейхио. Нет! Вот, значит, игрушка защитника короны. Кому нужен складной меч? Говорят, что у вас в покоях есть что-то вроде сокровищницы. А золота там столько, что хватит купить весь остров. Говорят, что кольцо – один из двух ключей от нее. Что? Что случилось, Алексей? Тронный зал. Отец! Одна я не справлюсь. Надо выбираться. Сейчас я вижу этот горизонт. Такое чувство, словно все изменилось. Далил. Леди? Где защитник короны? Это переворот. Мой отец, коротко говоря, он в заточении. Бегите из башни через сокровищницу. Сегодня в доках одна дама, капитан корабля, искала защитника короны. Найдите ее и бегите из Дануола. Алекси, прости меня. Прощай. Эти ублюдки заодно с Рамзи и герцогом Сирконоса. Предатели.
выходы из тронного зала перекрыты, значит, нам можно не торопиться. Будьте здесь, останавливайте всех, кто придет. Я обыщу королевские покои и сразу вернусь, если, конечно, не застряну в проклятой сокровищнице. Если вернутся люди герцога, мы вас прикроем. Ох, вот так дела. Все меняется. О, да, восстанавливается естественный порядок вещей. Вы знали, что Рамзи некогда принимали у себя короля и королеву Марли? В детстве я играл с Баттингсами и Бойлами. Мы были сливками общества. И скоро вы вернетесь в высший свет, капитан. Больше не буду с ним расставаться. Этот замок сделал Антон Соколов. Получил, что хотел, Рамзи. Императорские покои на самом верху башни Данула. Посиди здесь, пока все не уладится, Рамзи. Наслаждайся тюремной кормежкой, водой из колодца и спи на сокровии. Боюсь, они мне понадобятся. Даже если я вынесу отсюда все эти запасы, Далилу они не победят.